Добрый вечер. Двойной удар. Рубрика для канала Бадук 1. Ну, наконец-то удалось найти сразу двух оппонентов на разных серверах. Оба 8 даны. Оба, к сожалению, корейцы. Вот, уже сыграл 3 игры, пока искал. То есть нашел на одном сервере, но не смог найти на другом. Соответственно, сыграл одну игру на первом, не смог найти на втором вовремя, потом наоборот нашел на втором, не смог найти на первом. Вот, в общем-то, достаточно долго все это длилось, и по итогу сыграл 3 игры просто в процессе ожидания. Вот, ну ладно. В общем-то, оба корейца, с этим я только что играл и выигрывал очень сильно, но так как там партия была близка к завершению, я сдался в выигранной позиции. Вот, посмотрим, что будет, по сути, в сеансе. Так, не играл он здесь сверху слева. Можно пока это не трогать. Вот, вообще Сенрацей, редкий, конечно, гость. Ну и напрашивается, разумеется, тут уменьшать. Вот можно было, конечно, привычно залезать в Сансан, как ничему одно, но... Мне кажется, в данном случае, наверное, ошибка. У меня будет достаточно большая зона, так что я уменьшу классическими ходами. Так, сверху слева какой-то необычный ход. Обычно тут соединяются. На будущем, если даже через Atari можно вообще будет выбраться очень спокойно. И просто ставить на отзывки. Так, ну пока давайте этого делать не будем. Снизу большой пункт займу. Так, снизу справа. Окей, тогда залезаю в угол. Сейчас, мне кажется, немножко приятнее делать, потому что очевидно, он будет блокировать с этой стороны. Так, ну тут. Ну, классический самый вариант подойдет. Там можно и спуститься. Обычно профессионалы рекомендуют, например, раньше рекомендовали здесь спускаться. Ну, потому что право автомобиля слишком цена. Из-за того, что справа уже есть камень. Координаты включу. Так, камень P10. Так, как координаты включить? А, вот. Отлично. Ну, профессионал, да, в общем-то, рекомендует начать спуск. Так, давайте. Будем их послушно слушаться. Так. Окей. Доиграли. Вот, ну, что есть приятного? То, что на правой стороне остался выход. То есть там зону не так-то просто ему будет закрыть. Здесь в партии. Ну, такой большой широкий спектр ходов, где можно рассматривать. Да, Сансан не бывает плохим ходом. Так. Напрашивается удар в плечо. Можно подумать над разрезанием здесь. Опять же, в счет того, что тут не доиграно. Всякие вторжения на правой стороне будут очень сильно смотреться. Так, ну, так вот. Вот, так что выбираем между двумя ходами. Сверху слева, конечно, не доиграно, но давайте атарим. Даст контр-атари, даже если пробьем просто. Добьет на этот угол. Вот, в общем-то, надо тушить его в сторону правую. Сейчас самая важная цель на доске. Важнее ничего нету. Угу. Так, продолжаем тушить. Интересно. Давайте заберем, раз давят. Угу. Что какая-то форма тут погибче. Вообще хочется соединиться, но тогда сразу прыгнет. Может, тогда не стоит так крепко соединяться, надо что-то погибче так поискать. То есть если бы он где-то справа доиграл, то потом блок был бы не супер приятный, но это наивные мечты. Давайте классическую форму. Ну хорошо, здесь соединимся. Еще какой-то чудной этот вариант вышел. Но, кажется, все же в мою пользу. Это же был его угол. Но по итогу
у него это не до конца сильно, и камень тоже. Да, понятное дело, что все, о чем-то одном нужно заботиться. Тут косуми напрашивается. Так, тут он сверху это видел. Хочется, конечно, форму завершить. Но он такая дальше будет проталкиваться, или он очень болезненно будет мне отвечать. Потому что если отвечаю, теряю территорию. Если я не отвечаю на такой вот на такой толчок, то группа слишком устаревает. Поэтому, наверное, пока забью. Так, окей, надо что-то с судом делать. Можно подумать над прилипателем, может. Не будет проблем с жизнью. Вот, нет, давайте попробуем. Так, тут сыграл ханы. Давайте пожертвуем эту штуку. Он же меня сейчас хочет порезать. Я тогда вставлю Атари. Вот единица. Атари, Атари, Атари. Атари. Не стал. Так, ну чем не давайте сразу вставим. От Атари хуже не будет. Тогда тут сыграл ханы. Так, ну на контрханы, наверное, будут какие-то проблемы все же, да? Да, там проблема, так что у нас здесь, наверное, вот это хане. Такса. Тут какие-то проблемы тоже, да? Что-то накосячил. Происходит не так усиленно думал. Так, все же мы удлиняемся. Так, что тут придумать хорошего? Ладно, давайте. Еще просто стараемся выжить в планету. Ну, не пожертвовать, скорее даже. Жить там как-то проблематично. Так, окей, отыграем Джосеки, надеюсь, он пойдет. Ну, классический вариант. Не ответить на этот ход. Ты же можешь не отвечать, это, наверное, будет правильным за него решением. Лучше отдать этот камень, потому что сейчас вот притягивает. Ну, я сразу тут буду вообще всю правую сторону разрушать. Так, ну вот эту штучку надо будет жертвовать в своем случае. То есть он сейчас блокирует, я тогда играю. Вот у нас I-17. Хочется сказать, что это J3. Так что можно попытаться побороться. Хотя, да, блокировка тоже неплохая, потому что если я шут так, то у него такой ход останется. Поэтому мне придется играть с тем треугольником. Все треугольник нужно не собирается, а должен прыгать. Ну там как-то правая сторона начинает ослабевать. Так, он сходил. Так, ну как говорится, пустой треугольник это всегда ты судья. Так, ну здесь, в принципе, выбора нет. Я, в принципе, буду доволен таким результатом. Так, здесь можно подумать в будущем над таким ходом. Сейчас, понятное дело, пока не до этого, но, в принципе, этот ход, разумеется, будет весьма хорош для атаки. Так, тут можно подумать над каким-нибудь прилипанецем. Такое, такое. Или классическая просто блокировочка. Вообще обычно мне рекомендуют как-то прилипать к этому камню. Так. Весь противно, конечно. Ну, бронет, надо отвечать. Отдать свою прилипу. Посмотрим, что он придумает. В расчет на вот это контратарь. Давайте бомбу построим. Даже не знаю, сможет за него следовало просто это все съесть. Принять жертву изначально. Так я все же получаю территорию по четвертой линии, это
Вроде тоже не так уж и плохо. Тут надо уже прыгать. Конечно, хочется отвечать четвертой линии, но боюсь, что такой ход был бы слишком неприятный. Я обычно выбрался через косуль, но вся инициатива была бы за ним. Она как немножко смели свои амбиции территориальные и усилить эту группу. Вот вообще в восьмые даны Тайджима они послабее, как мне кажется, чем фоксовские. То есть на фоксе и на восьмом дане, на самом деле, сильно долго не задерживаюсь. Девятый никогда не получал, а между седьмым и восьмым скачу. Сейчас вот краска для двойного удара. Немножко поднапрягся и вернул восьмого. Нет, ну в целом все равно сложно. То есть тот же ящик шин, сейчас восьмой дан на фоксе. Так, ага, оппонент вот как ответил. Так, ну, Кейма, конечно, тут ход на миллион, будем честны. Ну и давление на группу тоже неприятное, но меня сейчас все блокирует, совсем больно. Так что давайте, пускай. Вот, у меня, конечно, Касуми Цуки остается. Если я пытаюсь удлиниться, у меня тут слабости возникают. Поэтому Касуми Цуки... Не Касуми Цуки, он должен прилипать, да? На прилипание здесь до судьи. Это локально, но... Пока что наверняка думать больше на атаку этой штуки всей. Вот, но за меня все еще хочется где-то здесь успеть. Да, но это... Боюсь, что это будет год, потому что он даст Атари, я должен соединяться. Ну, может хоть надавливать. Даже 7 камней, это все еще один глаз. Пусть и встанет, но все еще один глаз. Ну, так что давайте построим красивую форму. Ну, вроде сильно группа должна не должна страдать. Но с точки зрения очков меня пока что все более чем радует. Потому что у него очков в принципе нет. Так, ну а тут красиво будет, наверное, так сыграть, да? Так, чтобы не сжали. Так, тут ответили. Потому что, по-моему, рез знали. Вот можно было, конечно, так сойти, но он сюда. Я должен добирать камень, он Атари еще раз даст. Я соединюсь, он соединится, что-то у него больно мощно. Сверху справа слишком большая зона. Ага. Не совсем понял. Ну ладно, давайте соберем. Это намного лучше, чем предыдущий вариант. Тут вроде слабости нет, но Атари съел. Он сюда защитился. Такой ход, это же Атари будет. Не совсем понял вот этого плана. Я такому результату, конечно, очень доволен. Ну, по итогу, достаточно много очков уже у белых. Правая сторона, верхний левый, коми. И не сказать, что это прям сильно слабо это. Ну, по ним тоже присутствуют слабости в форме. Даже вот это уже не выглядит такой сильно после хода. Я что-то не совсем понимаю, что он хочет. Ну ладно, ответил. Так, да, здесь план какой? Какой план? План, на самом деле, даже отдать, возможно, эту штуку, все. Так, здесь надо отвечать, да? Ну, то есть, если он сюда... Да, тут тоже нельзя показать. Да, если он Атари, то удлинимся на такой вот Атари. Вот он удлиняться не может, должен соединяться. Надо даже так, да? И соединяться, но тогда я получаю пануки, готовлю разрезание. А тут все равно еще куча раз останется. На самом деле, не совсем даже понятно, как все это дело ответить. В общем, пытаемся использовать силушку. Так, ладно, тут все еще лунная такая стратегия. Надежда на то, что он не сильно эту штуку сможет проатаковать. Так, хочется, конечно, здесь ходить ход очень дорогой. Но с точки зрения очков уже это, наверное, будет перебором. Давайте сделаем честный ход. На самом деле, даже сейчас ходит, у нас же останется Сан-Сан. Ну, там не все так просто.
Правда, и у меня с фором тоже какая-то дурацкая фигня там будет. С другой стороны, эту двушку и отдать можно, если она не успеет ставить пропих и дальнейшие атари. Так, да, здесь человек еще задумался. Опа. Ну-ка, статистика похожа на мою, да? Угу. Так, у него 10 минут у нас уже. Скоро биоми пойдет. Так, он тоже ход добавил. Ну, мне кажется, это даже в некотором смысле перебор. Да, территории здесь немало, но, во-первых, у меня остается этот у нас P2. Угу, плюс его группа тут подвисла. Он чисто надавливает. Ну ладно, но вся группа-то слабенькая уже. Я там два хода тут добавил, тут уже могу камень центр съесть, то есть глаз себе построить. Причем вот этим ходом решает побороться с белыми по территории, но мне кажется, у меня по территории это все окей. То есть он тоже мог давить свои силы позиции. Позиция у него достаточно сильная была, по крайней мере. Мне кажется, серьезно, что начинаю задумываться на татаре. Почему, собственно, и нет. Так, вот он удлинился. Так, ну что, контратари. Там здесь удлиняться или ханы? Давайте ханы. Так говорят, больше территории получается. Угу. Так, ну, разумеется, удлинился. Ну что, оттянуться. Сюда сходить. Такой ход мне почему-то нравится. Ну, тут вот именно целью то, что тут много ади. Даже если он вот это пытается все съесть, ади там очень много. Можно оттянуться. Да, наверное, атари и сюда, и... Вроде у меня там ход ади много, но вроде ничего не работает. Ладно, давайте будем надеяться, что он просто вот это наивно будет собирать. Наивный чукотский мальчик. Так, ну окей, забираем нижний левый. Тут грех жаловаться. Группа почти живая, у меня такой ход есть. Сантовый. Угу. Так, ну что, дальше тушим. Усиливаем вообще на центр, он сейчас должен прыгать. Я тогда планирую сыграть кейму. Тут можно не думать. Так, гребем очки, берем лопату и гребем. Ну, конечно, сеансы я играл не раз. Как-то играл даже на 19 досках одновременно на ХГС. Тем не менее, одно дело сеансы, другое дело игра с равными оппонентами. Так. Не совсем понимаю плана капкана. Ну, сейчас да, может на всяких этих штуках попытаться вылезти. Но с другой стороны, надо быть осторожным все равно. Я ж такой ход. Сантовый пошел. Либо там еще можно на кол встрять ему. Не знаю, возможно, следует за него сейчас здесь сходить. Крепенько, по-честному. Я, конечно, такой хоть напрашивает, будем честны. Так, ладно, тут он задумался, оппонент. Ну, еще прилипнуть. А так можно? Я сейчас просто сюда схожу. Он сюда, я сюда, сюда, сюда. Что, давайте попробуем. Пошло, конечно, очень разрезание. Надо еще тут успеть форму по возможности испортить. Так. Ага. Сейчас хотел. Так, ну, разумеется, оттягиваемся на полную катушку. Так, ну, разумеется, соединяемся, выбрать здесь небо. Ну, даже если это не умрет, я доволен.
все вторжения в Google уже пропали. Единственное, что... Да нет, все нормально, такое сюда с этим еще. Ничего там нету. Ну, питогу весь угол забрал, сильный центр, территория. В общем, что-то как-то слабо парень играет. Так, тут нас порезали. Постоянно забываешь про одну из партий. Разумеется, камень отдавать нельзя, разрезающий. А вот это Атари становится все страшнее и страшнее. Вполне возможно, что вот эта двушка уже умрет. Либо это трешка. В любом случае, я более чем доволен, потому что это, по сути, тут был сандарцей, напоминаю. По итогу какая-то большая проблема для черного. Так, ладно, тут играем хане, если он сюда, то Атари будет очень болезненно. Поэтому радуемся. Угу. Так, каюшки. Что, наверное, пора тут заканчивать или... Нет, давайте, нельзя заканчивать, слишком важный отход. Дальше сходит сюда, то можно еще в точку. Все равно болезненно. Вот, ну, сейчас он, скорее всего, как защитится. Могут бы забрали, поэтому можно уже переключаться на другие части доски. Группа эта, разумеется, уже сильная, ничего с ней не будет. Так. О, блин, я период потерял. Вообще на эту доску не смотрю. Слишком увлекся борьбой здесь. Так, ага. Ну что, давайте сюда сходим. Не совсем понял этого хода. Заберу, спасибо. Не понял вообще. Странный очень ход. Укрепил. Йоса теперь менее страшно. То есть, если он сходил сюда, то дальше всякие обезьянки, там, назоки такие были бы. Было бы болезненнее. Ну, он не стал. Так, ладно, надо тут. Что, Атари? И такой Атари. Давайте попробуем. Красоте все сделал, сходил. Так, окей, он защитился. Только за нас стал центр. Давайте схожу, да. Чупы нет. Угу. Так. Следует ли еще раздавать Атари? Наверное, да. Лесенка не работает, но притворимся, что я не умею считать. Косплей есть и доля. Так, ну и пора мочить эту зону. Опять же, все эти камни не сильно важны. Если я тут получаю, седаю какие-то этих камней, опять же, это была зона оппонента, я тут не могу не быть доволен. Угу. Так, ну что. Пожертвовали. Все красиво, чинно. Так, ну что, пора защищаться. Тут он должен добивать душечку. И мы добиваем через Атари. Такой ход. Ладно, давай. Давай. Я не против. Когда я был против? Угу. Чего хана решил ставить? Ну, пустой треугольник, говорят, всегда ты судзи, да? Я прав? Опять же, то есть, прыгивание и разрезание миаи, с моей точки зрения. Сейчас он должен добивать. Я могу Атари дать. И ты сюда, сюда, сюда. Атари, дальше ты сюда. А, степени не хватит, да? Да, немножко грустно. Так, ну что, может отдать эту душечку просто? Давайте отдам, что, мне жалко, что ли? Ради хорошего человека ничего не жалко. Это же просто душка в гота. Ну, окей. Спасибо за угол. Так, ага. Так, ну что, просто камешек забрать. Это главное сейчас периода не профукивать. Так, ну эта партия, мне кажется, близка к выигранной. Защищаться, не защищаться.
Дать Атари, может, большой ход. Хотя тут не меньше. Давайте просто крестечки дальше. По территории-то все отлично. 4 угла. Центр у него вроде нету. Тут же не умрет группа. Да не должна. Так. Такой вот, блин, не успел. Плохой ход, надо было удлиняться, разумеется. Ой. Что ты это? Увидел, что периоды кончаются. Сейчас стоит, что уже мало их. Разумеется, нельзя их тратить. Да, Тари болезненная. Съесть, соединиться. Лучше соединиться. Что-то степени не хватает. Стоит такой, у которого имеется больше угроз стоит этим камням. Так, ну окей, группа живая, это не может не радовать. Тут думать нечего, надо брать. Там понятно, что сейчас вообще других ходов никто не играет. Так, ну тут уже может подумать. Вообще левая сторона для меня интересна, так что давайте я, наверное, больше именно упора на левую сторону сделаю. Угу. Какие-то слабости. Может это порезать нафиг. А, тут соединились. Что тут сделать? Ой, период кончается. А, давайте потратим один, подумаем. Что вообще по очкам происходит? Угу. Гигантский перевес по очкам, что тут думать-то? Резать надо. Там давайте. Ну ладно, уж пора эту штуку развивать. Ладно, вставил плохой ход. Нам было резать, наверное. Так, кем тут защитился даже. Ну что, давайте развивать левую сторону. Выбора тут сильно нет. Зачем я этот ход ставил? Бесполезный. Я даже сказал, очень плохой ход был. Что-то начинаем теряться. Ладно, давайте. Давайте так. Зря, конечно, очень... ужасно. Хотя бы уж прилип, что ли, тогда. На такой ход сюда, сюда и... Нормально. По итогу какая-то шляпа. Давайте ханы сходим. Ну давайте период опять потратим. Да, он может порезать, но на разрезание контратаи соединиться. Вот и такой ход сыграю. Угроза соединения, либо угроза убийства двушки. Поэтому ханы он не может резать. Угу. Так, так, все, смотрю. У меня приоритет на левую сторону. Так, ладно, Атари. Может на кого все это подвесить? Ладно, не будем. Надеюсь, там с углом ничего плохого не случится. Ладно, давайте. Угу. Он должен добирать. Я тогда сюда. Блин, что-то фигню какую-то играю. Вообще надо тут соединить. Гигантский ход. Ладно, давайте пока что соединяющий. Так, он пока что оживает. Но верхняя сторона не особо интересна. Может дальше душить. Просто пророчку. Давайте просто пророчку. Развиваем все еще левую сторону. Блин, тут, конечно, фигню полностью наиграл. Так-то была абсолютно выигранная позиция, а сейчас какие-то шансы у черного появились. Какой-то центр у него здесь ниоткуда возникает. Тут какие-то слабости в углу. Ой, зачем я на звуки вставил? Картина маслом. Переживания шестых данов. Так, ладно.
Давайте здесь сыграем по душам. Да, и тут тоже не успел. Короче, позиция что-то начала разваливаться. Абсолютно выигранная позиция. Начинает разваливаться. Где-то это уже видел. Так, ну, с углом все нормально, конечно, но неприятно. Давайте. Так, ну, хан, напрашивается. Ни о чем другом даже думать нельзя. Так, ну давайте увидимся. Так. Ну, давайте заберем камешек, чтобы там проблем было поменьше. Даже чисто теоретических. Ставим на таре. Тут надо бы, наверное, выжить окончательно всей этой штукой. Как это сделать-то грамотно? Давайте прилипнем. Ай, ладно. Тут поборемся. Ну, в принципе, порежешь, я тогда сюда и выпрыгну. Просто так, какая-то плохая форма. Потому что он сам сохранил двойное хане, а у нас мало степеней. Так, ну тут, в общем-то, главная штука не умереть, вроде по очкам все равно будет нормально. Опа, это что за ход, ребята? Ты совсем? Ну, соединился, ладно. Угу. Что-то ужасный ход, надо было резко бороться хоть как-то. Ну, такой борьбы нету. Я его сторону сразу по большей части удержал, он тут все потерял только что. Вся позиция у него какая-то вяленькая стала. Разрушает эту левую сторону, что жалко, что ли? Все равно легко защитить. Окей. Почти всю удерживаю, поэтому его форма, но очень мутная. Так, ну давайте сводим здесь. Но главное не умереть. За него, наверное, наоборот, сейчас мысль главное убить. Ну. Так, давайте просто заберем то, что наше. Не будем спрятать велосипед. Так, можно спасти камешек в центре. Тоже почему бы нет, угрожает разрезание, разумеется. Давайте подумаем над оживанием всей этой штуки. Ага, сверху сходил. Ладно, ставим лотарь. Мне кажется, небольшой адикеша. Так, ага. Пытается меня тут завалить. Ребята, нас хотят убить. Что может получиться у меня даже. Так, ладно, давайте атарим. Это может получиться ведь. Будет эпично. Даже сказал, обидно. Ну, мы этого не допустим. Так, тут чуть опять не проиграл по времени. Давайте отарим. Так, ну и после этого, ну, можно даже пропихнуться далее. Всю сторону мы разрушили.
Ничего, будет дальше у нас пытаться убить или... Или хватит уже? Мы, в принципе, уже выживаем, да? Но это провал локальности чувака. Не знаю, давайте Йосу поиграем. Так, это вроде выжило. Че, по очкам? Мне кажется, немного отдал. Я все еще побеждаю. Ну, что мы нижней левой крыть? Вроде и нечем. Все. Отстань, как говорится. У меня два глаза. Все у меня хорошо. Угу. Ну, так сходил. Все равно можете ПЗ добивать. Ну, ладно. Ну, вас не режется после такого ухода часа. Окей, отвечу. Ну, быть осторожным. То есть он сейчас должен защищаться. Много очков он тут теряет. В общем, от низа ничего не осталось, от правой стороны ничего не осталось. И если вот Люсь, у него вообще локально мертвоватая форма получается. Ну, то есть ему надо быть, опять же, быть максимально предельно осторожным. Ну, ладно. Спасибо. Я не против брать. Дают, надо брать, как говорится. Все согласны. Конечно, тария гигантская тут. Да и тут как-то еще можно доиграть, пожалуй. Ну, хотя все такой ход не работает. Сюда, сюда, сюда. Работаешь, да? Надо сейчас ходить до суи. А, все еще работает. Не уверен, конечно, не до конца посчитал. Но по ощущениям должно работать. Если нет, то обидно. Так, ладно, он защитился. Ну что, давайте сыграем. Спуск. Пускай помучиться. Отдай трешку. Отдай трешку. Отдай. Ну, отдай. Хотя он тут. Я же вкидывал, потом что-то забыл. Ой, ой. Я забыл. Чуть сердце не прыгнуло. А, это был плохой фонд. Просто сейчас сюда сходит, у меня будет скидывать в дальнейшем. Придется еще защищаться на это все дело. Господи, ребят, у меня сейчас чуть сердце не остановилось. Ладно, давайте защитимся. Но это, конечно, тихий ужас. Так, значит, там степень, что ли, нарыл? Точно, это суд же, то это степень дополнительная. Ребят, он что-то режется как-то мутно. Вот, давайте пока тут схожу. В общем, это миллиард степеней, 4 степени в этой фигне. Так, конечно, много. Слишком много. А тут хотя бы Йосип это есть. А те его, наверное, используем. Вот тут что, не сходил, что ли? Как так-то? Странно, я думал над этим ходом. Ну ладно. Опять много отдал, короче. Что-то уже, наверное, подустал. Так, надо защищаться. Так, все началось вот отсюда. Он вроде не режется. Такое прилипание.
Так, у него тут зарежется такое прилипание. Ну, такое, соответственно, просто сюда схожу. А там вроде нормально. Ну, слушай, центр из ниоткуда. Тупо на моих ошибках. Давайте. Здесь пускай он дальше выживает, мучается. Чувакарик хочу успеть так на досуге ставить. Смотрите, как ответит. Сюда сходим. Тут на зале почти рандомно ходы уже убираю. Потому что я тупо слишком занят счетом здесь. Но все же с двумя раундами играть очень тяжело. Наверное, ход даже не работает. Там тут нельзя будет соединиться. Тоже не работает, но форма какая-то. Мяч очков отдал, в общем, на ровном месте. Отпустился. Игра уже такая близкая стала. Мне кажется, что я проигрываю. А у нас еще тарим много. Вот это должен был выиграть. Не знаю сейчас. Что-то уже не могу быстренько посчитать очки. Но по ощущениям тут было плюс миллиард. У меня, в общем, ничего из этого не должно было быть. Вообще ничего. По итогу у него что-то там все дофига возникло. В общем, я с собой расстроен. Даже если я эту игру выиграю, я очень расстроен тем, как я отыграл концовку. Так. Ну, давайте я здесь схожу лучше. Не буду я бояться этого ко. Так у меня либо йоса, либо соединение, или йоса. Пока что не стоит бояться. Угу. А так можно? Если ты удлинишься. Ну и сюда. Ну ладно, давай. Тут вроде много. Не совсем понял вот этого прикола, зачем столько очков давать. Просто чувак решил, мне кажется, вернуть победу. Он понял, что он жутко косячил, даже больше моего, по крайней мере, поначалу игры. И сказал, ну, типа, знаешь, это тут должен был затащить, поэтому держи обратно. Так, что-то спайками что-то посадить надо. Еще сюда, кстати, можно успеть попугать его разрезаниями, еще потом еще и камешек можно будет заесть. Так, у него еще блокировка тут кота за него. То есть у меня степень-то больше. Можно было даже не играть, можно было переключиться на другие зоны. Это непонятно, тут атари дать. Да, атари дать много. Наверное, мы этим займемся. Так, тут что? Потому что йоса просто отыграть. Давайте отыграю просто йоса. Так, тут надо трешку не добыть спасти. Спасти рядовую душку. То есть трешку. Так. Так, давайте не будем умирать этой группой. Защитимся. Так что прилипнуть можно. Тут тырать не забыть. Порезать я хотел. Так, ну тут, кстати, вот эта игра, мне кажется, намного ближе.
Сначала слева есть, но сверху тоже немало. Так. Так, давайте не забывать про юзы. Слушайте, это не входило в мои планы. Ой, я умер, да? Нет, я выжил с двумя очками. Слушайте, это провал. Это провал. Ладно. Видим. Слушайте, это реально провал. За эту жизнь с двумя очками. В год. Ладно, с двумя, конечно, но не сильно больше, чем два. Так. Что, нам тут защищаться или нет? Ну, вроде надо. Боль. Это боль. Ну, что-то да. Тут вез я полную фигню наиграл. Зачем я здесь пропихнул? Сам очков-то не было уже. Так, просто защититься. Хотя зачем тут защищаться? Давайте просто вез сыграем. Боль нету. Ну, максимум это какое-то ко. Значит, давайте. Максимум какой-то ко. И то еще нужно успеть его сыграть. Ход, мне кажется, не самый большой был за него. Ему надо быть осторожным, так что не раком группу помрет. Не должна, конечно, но если он постарается. Так, ага, тут заберем. Да. Слушай, что забыл про этот ход. Кто у кода? Из ниоткуда. Ладно. Вернемся. Слушайте, какой-то боль. Ну, с него тоже опасно, на самом деле, его играть. Потому что если я выиграю... А, мне надо защититься, да? Эх, надо было успеть защититься. Да. Просто защитился. Так, окей, я не боюсь ком, я просто защищусь. Если он вкинет, я выиграю ком. Если у него вот это свалится. Ком просто у него сильно много нету. Что тут вот одна, да? Все. Не уверен. Ладно. Давай посмотрим, что у тебя тут припасено. Так. Интересно, мне кажется, вообще что-то есть. А, вот тушка, наверное. Про что-то забыл. Давайте порежем просто так. Ну, что выбрать-то нет, надо пробивать. Ну, хотя где такого уже пропало. Так, ты давай выживай с двумя очками. Режу, да? Ребят, что вы скажете на такой ход? Я же его режу. Соответственно, либо трешку седаю, либо режу. Слушай, мне надо было сразу сюда ехать, да? Ну-ка. Ну-ка, угрозу. Чуть-чуть не уснул. Опять. Порезал.
Все, выиграли. Умер чувак зачем-то. Не знаю зачем, но умер. Это, конечно, эпично. Ну, он мог отдать трешку. Все, отлично. Он мог отдать трешку, но, наверное, очков бы не хватило. Давайте системы отеклянем. О, что это такое? Так. Что это такое, господи? Где? Просто... А, 50 тысяч каких-то типпоинтов? Боже мой, что это за... Давайте. Потом подумаем. Что делать-то? Давайте такую угрозу применим. Что угроза есть такая угроза? Если он игнорирует, то мы хане. Ему нужно играть сюда, тогда мы успеем. Если он сюда, то мы сюда. Мы все равно успеем его убить. Собственно, в принципе, есть какое-то количество такой угроз. Угу. Я не уверен, что это лучший ход, мне кажется. Можно было выбрать ход, чтобы было поменьше этих самых угроз. Ну ладно. Окей, пробил. Ну ладно. Главное очки не потерять на этом деле, потому что хана это очень приятно, но хана гота. Ну ладно, пускай добивает. Само, если я даже сходит сюда, у меня такое хана останется. Поэтому с точки зрения очков я даже ничего не потеряю. Ладно. Блин, зря вот эту группу усилил, получается. Зря Йоса отыграл. С другой стороны, сам здесь сходил в центр. Я должен был бы защищаться. Непонятно, непонятно. Так, ну такой ход, я уже могу смело обновить. Что сюда? Тратим много. Какая-то ко будет, нет? Смотрите. Не, ну то есть... Неохота потом бежать. У меня в процессе все это еще потеряю, плюс он... Съест эти камешки. Неприятно. Ладно, пробил. Так, ну как соединение за меня все еще есть. Я все еще не теряю очки. Пускай она у меня все еще присутствует. Так, пробил. Ну, конечно, тайгемовская игра, это эпично. Должен ли я на это отвечать? Мне кажется, что нет. Ты, конечно, можешь... Да. Так. Съесть и заблокировать. Ну, если лучше съем. Так, мне вот интересно, мне что-то эта штучка не умрет? Какой-то там эту Марию вообще вижу, да? Что она там не умирает сейчас? Что вообще за ход? Мне кажется, после F1 она помрет. Времени посчитать нету. Давайте так отвечу. Конечно, левую сторону отдали, с другой стороны, мы ему весь низ выдали. Тут соединились. Тут успели сходить. Поэтому, с одной стороны, и отдали немало, с другой стороны, кучу-кучу всего успели отыграть. И, собственно, по борьбе даже ничего не потеряли. Так, ну что? Ладно, хуже не будет. Давайте будем честны, хуже не будет. Надеюсь. Надеюсь.
Хана, может без разницы, да? Живой, но с минимум очков. Это же совсем неплохо за нас. Ну, приятно, приятно. То есть у него была большая зона, он как бы выживает буквально с двумя очками. Так, тут у нас что? Отыгрывать-то? Еще центр какой-то не до конца понятно. Может, давайте ставим центр. Тут что такое ход появляется? Потенциальное разрезание. Давайте посмотрим, как среагирует. Не защититься. Да. Что я делаю? Просто потерял камень. Да. На каком степени нет. А, пусть у меня тут соединение, конечно, начал. Ладно, наверное, уже пора сдаваться. Ужасно. Ужасно. Просто ужасно, ребята. Чего я делаю? В той партии простили. Вот так жестко косячил. Ладно, давай, добирай. Что, подтащим камень? Вот так вот, да. Давайте так. Сил у них нет. Как же я жестко косячу. Вот он должен побеждать уже в этой игре. Не представляю, что нужно сделать, чтобы выиграть такую фигню после такого количества ошибок. Ну вот, просто 4 очка, 3 очка на ровном месте. Просто на ровном месте. Блин, ладно, тут соединение. Но нет же, его нет. Так, ну что, контратарь, разумеется. Пробиваешь, да, на атаре. Ну, может, наплевать, может, удлиниться даже. Ну, не уверен, что пробитие было лучше. Так, ну что, давайте два порежет в сента. Я что, потеряю камни. Давайте тут сходим. Да там сюда, в сента. Что-то короче, в центре фигню наделал. Зачем я отдал этот камень? Мне жалко, нет ультимативных колбросов. Так-то у тебя это слишком большой аппендикс получается. Ставим атарь, пока сента. Он же ответит, он же не будет игнорировать из-за прилипания дальнейшего. Так, камень тут много забрать, потому что если он строит бамбу, это же сент. Вполне возможно, за него сейчас самого надо место деяния, просто сюда. Но я тогда не отвечу, я просто схожу здесь, но если сходит сюда, то я просто не заблокирую, обвинюсь. Отдам, конечно, несколько очков. Да, все. Вопрос отпал. Ну, надо забрать. В обратном центре он мог этот камень спасти. То есть, по сути, он тут очка 4 отдал. Может быть, даже больше, чем это было. Так, ладно, что по очкам. Инстинктивно ответил, это было зря. Маленький же ход. Маленький. Блин, да, она была сюда игра сама. У нас здесь ходим-то много. Ладно. Так.
Где-то 45 у меня, да? 40, ну, без пленных, пленных ранах. 45.43, ай, это не спал. 43 плюс утер, то есть она очка полтора выигрывает. То есть у него ханеш был лучше. Это надо спасать. 4 очка тут висит. У него ханеш был лучше. Да. Потому что игнорирует, он просто Атари спас все это дело. Надо есть, конечно. Так, ну, короче, полтора очка выигрывает. Я правильно посчитал. Ну, можно сдаваться. Shame conceit должен был быть. Ну, блин, да, ну. По сути, да. То есть я выиграл, я говорю, выиграл бы полтора очка, если бы мне не подарил этот камень. Здесь надо успеть. Большой ход уже стал. Что тут еще хочется придумать? Ладно, давай. Заберем, сдаешь. Так, Атари можно дать. Еще что-то есть, да? Давайте антибамбук Тосудзи. Какую-то зону тут на самом деле можем организовать. Цель еще тут просто успеть Атари. Потому что если мы дадим Атари, мы гипотетически сможем спасти вот эту душку. Надеюсь, что что-то получить в центре, недостающую. Это не больше, чем половинку, потому что еще 2 очка себе построил. Где-то очка 3 не хватает. Так. Ну, давайте порежем. Не должен два Атари, он должен спасать камень. Он должен соединяться. Так вот. И мы можем дать Атари. Насколько это много? На вид много. Он должен будет пробивать. Тогда я Атари, он сюда. Я пробью, он соединится. Ну, на самом деле много, да. Хорошая комбинация. Если он, конечно, решит соединиться все же самое. Угу. Я сначала пропихнулся. Да, вот так, так правильно. Пусть сначала пропихнуться, он защитится на Атаре, он пробьет. Обратно. А, нет. Это то же самое. Чем уже плющит. Конечно, для него сможет лучше даже соединиться, иначе. Ну да. Так, давайте вставим. Одночку. На дороге не валяется. Так, ну и пора бы тут, наверное, сыграть. Много уже. Хоть как-то используем этот камень, да. Я такой дамы. Не может он тактильно играть, потому что дамы замари. Тут еще надо успеть. Вот сюда, сюда поджать. Поджать надо, успеть. Ну, смотри, я все же пальчик очков тут настроил. Ну, не знаю, мне кажется, он все еще выиграет полтора очка. Все еще выиграет полтора. Хотя, если он все же начнет такую борьбу, то мне потом еще доедать все это кучу раз. Я потеряю кучу очков на всем этом деле. В общем, полтора очка выиграет. Где их взять? Доска такая маленькая уже. Еще, мне кажется, накосячил все же. Прежде всего, центр. Понятное дело, что если уже это 8-й дан, 9-й, косяки были до этого.
И с его стороны, и с моей. Не совсем понятно, зачем это ковры устраивает. Не стал он был защищаться. Так, ну ладно. Что же, нотари, наверное, дать? Полуторка. Что к этим можно сходить? Пол очка сента за меня. Очковая сента, да, и он, соответственно, может сейчас сходить. Пол очка в обратном сента. Ну, да. Защитились. Так, ну надо тут успеть. Все эти назойки ставить, все это очки же, как-никак. Наталья, надо не забыть дать. Интересный ход. Так, читаем. Что-то отстаньте со своей кобрикой, как говорится. Защищайся. Самое приятное, это все еще сент. Прикиньте, я бы не туда в ту камень. Он же локально мертвый был бы. Он же локально был мертвый. Ладно. Так, вставим. Вставим. Не так много очков. Вот тут осталось. Вот еще почему. А, Атари, Атари, не забудь. Атари важно вставить. Ну что тут? Самый большой. Начинаем сюда, да? Если это не так. Одинаково, да? А по одинаково. Ну, а косу должен вообще. А, блин, полуторка. А, кстати, на этот ход можно просто полуторку занять. Угу. Так и поступим. Да, полуторку. Выбираем. Вот, наверное, полочка проигрываю. Шкинси не вставит Атари. Такая опана. Все это он видит. Так, ну что, все. Я должен доесть, он должен доесть. Все. Закрываем металлочки. А, какой еще? Какой еще? Ну, что-то я сомневаюсь, что такое выиграю. Честно-то говоря. Вот, давайте попробуем это сделать. Ну, выглядит нереально. То есть у него Atari. 3, 4, 5, 6, 7. Что у него триллиард угроз. Да, вообще бессмысленно. Давайте просто защищусь. Да, наверное, это такое решающее было. Наверное, да. Так, тут пробить ему, пробить. И тут пробить ему, намекнуть на это дело. Так, прибываю, защищаюсь. И закончим на этом. А что тут не надо?
Ну что, палочка? Я проиграл. Блин, ну что я... Как я в центре напортачил? Как в той партии? Ой. Да. Это просто парад нелепости. Сами чувствуется отсутствие практики в последнее время. Все только ради двойного удара. Че, я выиграл? Че, он остался, что ли? Не понял. Так. О, да. Слушайте, я забыл, что... Я привык, что на тайджиме заблокирована кнопка. Надо было встретить вас. Хотя, ладно, я честно посчитал. Но я, значит, честно просчитался где-то, да? То есть, мне кажется, я в центре одну очку вернул. Я был уверен, что проиграл полтора. Значит, я проигрывал 0,5. Поэтому я выиграл 0,5. Полочка. Ну, что, неплохо. Так, как это делается? Гейм-анализ, да? Угу. Так. Где я напортачил? Вроде за меня классно вышло. Ну, по крайней мере, идеологически. То есть я в его мою построился. Ну, вот этот ход тупой был, я просто из-за времени затупил. Конечно, надо было сюда играть. Он добавляет ход, и у меня сентр. И он обязан тут добавлять ход. Если же он сыграет здесь, то лесенка за меня, поэтому я играю просто Магари. У меня вся позиция тут разваливается. Вот такой ход, он ничего не дает. Да, короче, накосячил. Ой, тупо. Тупо надо было биоми больше искать. Большая ошибка. Ну, это лофа просто. У него идеальная форма получилась. О чем-то вообще можно говорить. Так. Так, что, как тут это сделать? Стоп. Угу. Вроде хорошо за меня получилось, левая сторона нехилая. Возможно, вот это, наверное, было не так много. Что он уже живой же по факту. Возможно, сверху было больше. А3. Очень много, что так он сразу получается же. Этим ходом уменьшает центр и левую сторону. Так, ну здесь вроде нормально. Но после этого, поскольку меня не прерзал, был уверен, что уже выиграет это. Разумеется, должен был резать. Или так нельзя, так плохо. А, так плохо, да? Ну, у меня что-то явно не то с формой. Разрезание, либо антибомбукта сузи. Слушайте, и так плохо, да? То есть он, короче, пункт неправильно выбрал изначально для вторжения. То есть ему нужно было, видимо, вторгаться вот так, на линию ниже. Теперь за меня вот все не столь тривиально. Стужа как минимум кол. То есть он неправильно выбрал вторжение. По итогу, ну это очень больно все равно. Даже если от левой стороны ничего не осталось, но это криво. То есть я же потом сейчас всю нижнюю сторону вывел. Просто время боли. Но тут его заставил выживать судорожно. Потому что куча косяков тупо из-за времени. Так, ага. Сколько я напортачил? Да, сколько, пожалуй, напортачил. Да, тут, конечно, все стало очень непонятно, как минимум. Хотел сказать, было очень проиграно, но давайте остановимся на понятии очень непонятно. Да, какие угрозы были? Ну, в принципе, дальше уже понятно, что там. Просто пилили это Йоси. Мне кажется, повезло, потому что он, во-первых, тут не успел. Ну и центр, конечно. Ну, этот центр мне сегодня, наверное, снится будет. Вот как это было. Так, ладно, давайте тайджем откроем. Byron got out of the room. Да.
Открыть можно. Превью. То есть снимается бесплатный. Так, а тут, кстати, бесплатный почему-то. Интересно. Ладно, окей. Если бы он не умер. Если бы он отыграл адекватно. Просто бы заблокировал. В системате. Так, ну все же это живая группа, друзья, товарищи. Давайте идем чуть вперед, правильно ставим. Значит, сейчас тут Йоса проведет. Ну, конечно, больно было. Ничья без Коми. Ну, Коми не учитывается. Значит, это даже тут выиграл. Несмотря на все косяки, но тут было побольше. Ну, да. Ну, чувствую, что это игрок послабее, чем тот. С тем, что-то как-то очень жестко все прошло. Да, с этим как-то с самого начала. Ну, я вот этого тоже партию прошлую выиграл, но сдался, чтобы... Хотел просто с ним же начать новую, потому что надо было уже сыграть хоть с кем-то. Вот, ну, конечно, то, как я тут наиграл в центре, это срамота на мою голову. То есть, ну, абсолютно выигранная позиция, да? Ну, понятно, что он тут делал. Абсолютно выиграно. Особо в углу комфортненькая жизнь. Да, просто забить, вообще не трогать эту штуку. Хотя бы просто прыгнуть. Прыгнуть здесь вот. Да. Давайте уберем эту фигню. А просто здесь не сходить. В J9. Блин, что ты... вашу. Вообще вы поняли, вот в эту точку, где мышка. Просто выжать эту группу и комфортненько, даже может быть сначала камень съесть, самое лучшее. Не трогать вообще эту верхнюю сторону. У меня тут подлазь есть, со стороны сейчас, со стороны центра консультируюсь. У меня ведь 0 очков. У меня только очки вот где-то справа, может чуть-чуть отъесть. Ну и еще двушку съесть, плюс двушку съел. Снизу нет очков. Тут несколько очков слева, там тоже из атарики им очков нет. Он бегал 4 угла. То есть, что я тут начал делать, это... Не понимаю, как это было временное помешательство. Но тем не менее, в общем, надо больше практиковаться. А на этом, в принципе, все. Спасибо за внимание. До новых встреч.